Добрый день. Рассмотрим процесс регистрации и отправки аннотации на нашу конференцию. Вначале рассмотрим процесс регистрации. У нас по умолчанию мы переходим на английский интерфейс. Английский язык у нас язык по умолчанию. Вот здесь мы можем переключать русский и английский интерфейс. Давайте мы увеличим немного буковки, чтобы лучше видеть. Для регистрации нам нужно перейти на прием материалов. Первый шаг процесса отправки. И здесь, если вы до этого не были залогинены, вас попросят логин и пароль. Если вы не имели логина и пароля, вы регистрируетесь. Итак, регистрация у нас вот таким вот образом идет. Давайте мы введем имя пользователя, пароль и так далее. Я введу свое имя, пароль. Повторю пароль. Хитрые буквы. Буквы нужно заметить чувствительные к регистру, поэтому нужно следить, какой регистр у букв. Теперь, собственно, мои параметры. Учреждение российский университет дружбы народов. E-mail адрес. По этому адресу придет письмо подтверждения, и по нему же можно будет восстанавливать пароль. Страна Россия, кафедра прикладной информатики и теории вероятностей, рабочие языки. У меня будут тезисы на двух языках. Дальше я помечаю, что я хочу быть автором. И также я согласен, то, что буду рецензентом. Ну, пароль неправильно набрал. Давайте попробуем еще раз. Пароль стоит не менее 6 знаков. A, I, J, B, T, V. Все, теперь я как автор и как рецензент. Теперь я могу получать от секретаря конференции некоторые статьи и давать на них рецензию. В принципе, учитывать, не учитывать мою рецензию, это вопрос именно к секретарю секции или конференции. А тут мне пришло письмо с регистрацией, которую я могу посмотреть.